Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, видео по буксу Next Faucet, где нам дают абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинге, зарабатывать коины. Эти коины конвертируются уже в доллары и в криптомонеты. Сегодня я проверила этот букс на вывод. Все замечательно, все шикарно, друзья. Букс платит. Минимальный вывод отсюда от 2000 монет. Вот этих коинов. Собираем коины. Они 2000 насобирали. Ну и ставим на вывод. Значит, вывела я сегодня 21 цент. Я всего думала. Вот у меня вчера было 1950 монет. И вот чуть-чуть мне вчера не хватило до вывода. Но сегодня вот я просмотрела уже рекламку и поставила на вывод. Значит, давайте покажу я вам вывод. Вот здесь вывод и меню слева. Также можно нажимать вывод. Значит, на Pair 2000 минимум. На Perfect Money минимум 5000. И криптомонеты также 5000. На Faucet Pay. Это не забываем, по желанию, конечно. Значит, и в настройках обязательно пропишите кошельки, не забываем. Кликаем Pair. Значит, кошелек я в настройках прописала. Я показывала прошлое видео. И сегодня 0.21 цент. 7.07.23 год. Это их время. Я выводила примерно, ну, час назад. Вывод производится в ручном режиме от 10 минут до 24 часов. Выплата, как бы пишут тут, успешно. Переходим в историю. 7 июля. Перевод выполнен. 0.21 USD. Next. Faucet. Все шикарно, все платит. И что я еще думала, вот этих 2000, думаю, это сколько будет? 20 центов или 2 цента? Вот еще я вот думаю, если 2 цента, то думаю, какой смысл тут работать за 2 цента, да? Но 20 центов, да, я считаю, что это неплохо. Здесь уже сумма будет стоять у вас по умолчанию, как бы, да? Видим, у меня две монеты здесь. Я буду продолжать работать. Ну, кран я показывала в прошлом видео, тут ни о чем, да, совсем там мизер дают шортлинки. Я на них не работаю. Если хотите, пробуйте, работайте. Вот я вот захожу раз в день, быстро просматриваю, и все, по 18 монет. Тут как бы кто-то умеет и просматривать вот эти, работать на коротких ссылках. Я не люблю. Я единственная вот серфинг. Кто не знает, тут как бы очень все легко. Две рекламки я сегодня уже все просмотрела. Кликайте. Вот здесь идет таймер, капчи нет. Кто здесь работает, тот знает, что букс очень легкий в использовании, без всяких там скрытых реклам. Все, вкладочку закрыли. Если интересно, можете остаться посмотреть, кто что рекламит. И как-то так вот. Ну и в настройках, друзья, напоминаю, не забывайте прописывать кошелек. Не было криптомонет на тот момент, когда я писала, но сеттинг. Вот у меня кошелек прописан. Здесь все. Я уже ничего не могу. В настройках. Еще Perfect Money. Я могу. Интересно. Давайте пойдем-ка посмотрим.
Потому что криптомонет здесь нету. Видим, да? Только прописать Pair кошелек. Вот. Криптомонеты. Угу. Ага, вот сюда. Вот не знаю только, что здесь нужно будет прописывать тогда. USDT. Ну, здесь сколько? Здесь возможно. Лайткоин. Адрес, наверное. Ну, там уже сами посмотрите, если захотите. Ну, я на Pair. У меня прописала Pair, и так буду его на него выводить. Ну что, все замечательно, все супер. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!